Привет, с вами канал Shooting Skier, я его ведущий Никита Лукашов, и сегодня у нас будет распаковка бюджетного фотоаппарата от компании Canon, а именно Canon EOS 850D. И сразу хочу сказать, его особенность — это то, что он умеет снимать видео в 4К разрешении с его стоимостью 44 900 рублей, так как за эти деньги мы получаем от компании Canon в основном съемку только Full HD. Ну и по традиции моих обзоров начнем с того, что заявил сам производитель на коробке. Это у нас матрица с разрешением 24,1 мегапиксель. Максимальная ISO заявляет производитель 25 600. Но на самом деле у этого фотоаппарата максимальная ISO 51 200. Также Dual Pixel AF, это новая система Canon по автофокусировке, 4К разрешение соответственно. Дисплей у него у нас сенсорный, можно фокусироваться на объекте с помощью нажатия на дисплее, не используя кнопки управления на фотоаппарате. И Wi-Fi, Bluetooth — это у нас подключение к телефону и вывод фотографий сразу с фотика на телефон и сохранение их в галерею. Ну и приступим уже к самой распаковке. Мне самому его не терпится уже, так как я его купил 2 дня, и чтобы снять распаковку не было времени, так что самому уже не терпится это сделать. Так, сразу у нас гарантийный талон наверху лежит. И всякая макулатура, видимо, книжки, инструкция. Вот сама даже есть, должен быть, точнее, русский язык, да, руководство по началу работы с цифровой камерой. Также я забыл упомянуть то, что это у нас не просто цифровой фотоаппарат, это зеркальный цифровой фотоаппарат. Так, макулатура, и, видимо, сам фотоаппарат лежит у нас снизу, запакованный в такую вот штучку. Так, давайте-ка начнем с самого фотоаппарата, думаю. Это у нас будет самое интересное. Отложим все. Так. И вот так он у нас тут живет, в такой вот полиэтиленовой упаковочке. Ее мы тоже откладываем. И сам фотоаппарат. Сразу хочу сказать, то, что он очень легкий, компактный, прям. Грамм, наверное, где-то, мне кажется, 400-500, вообще невесомый, стильный на вид, прям мне самому очень нравится. Вот, разъем у нас сразу для штатива, так что на штатив его можно будет поставить без проблем. Также, видимо, это у нас слот для аккумулятора, аккумулятор здесь съемный, сам ЖК-дисплей, точнее, вот он у нас вот так открывается. И должен поворачиваться, да, все верно. Это будет удобно довольно-таки, думаю, для использования самого фотика. Ну, отложим его и посмотрим, что у нас идет дальше в комплекте. У нас съемный аккумулятор сразу наверху лежит. Он у нас на 1040 мАч. Думаю, этого должно вполне хватить для довольно-таки продолжительной съемки. Это у нас, видимо, шнур для подключения зарядного устройства самого аккумулятора. И вот само устройство для зарядки аккумулятора, фирменное, кэновское, Canon, с логотипом. Давайте-ка мы его достанем, посмотрим. Тоже, ну, выполнен он, сразу хочу сказать, не из самого дорогого пластика. Но думаю, чтобы зарядить аккумулятор, сам просто будет достаточно вполне. И самое главное, это должен у нас идти объектив. Сам. У нас объектив будет на 17-55 мм с диафрагмой 4-5,6. Но диафрагма, я бы сказал, этого объектива светосила не самая сильная, бывало и лучше. Давайте сразу это посмотрим. Так, сразу хорошо то, что идет заглушечка для объектива, это прям очень хорошо, потому что в комплекте не было указано то, что она идет, но она должна идти со всеми объективами. И смотрите, какая галактика у нас тут образуется в самом объективе. Вот, смотрите, сам объектив, да, у нас... А, нет, извините за неточную информацию, 18-55 мм и с диафрагмой 4
5,6, как я уже говорил. Но хочу сказать, это не особо много, так как есть и более светосильные объективы. В дальнейшем я все это буду докупать уже к самому фотоаппарату. Вот у нас так он должен вставляться. Вот сами контакты, которыми он крепится к самому фотику. И посмотрим, там еще у нас идет помимо объектива и всех зарядных устройств к фотоаппарату идет вот такой вот ремешок. Видимо, можно будет закрепить сам фотоаппарат на шее. Надеюсь, он достаточно длинный, чтобы было удобно. Да, он довольно-таки длинный. Вещь полезная, сделанная из качественного волокна. Собрал всю конструкцию фотика. Но поувесистее он стал с самим объективом. Но в руке держится также хорошо, несмотря на его маленькие размеры. Я его сравниваю со своим прошлым фотоаппаратом Nikon D90. Он был довольно-таки большой товарищ. Но давайте-ка его уже включим. Я уже вставил сам аккумулятор. И он у нас запрашивает первоначальную настройку. Я его настрою, и мы вернемся к осмотру самого фотоаппарата. Ну вот я и настроил сам фотоаппарат. В принципе, уже более-менее подразобрался, чтобы вам показать режимы съемки некоторые. Так, вот у нас включаем. На экран выводится сама картинка. Вот, приближение, отдаление. Кстати, уже сразу заметил, по сравнению со старым Никоном 2012 года, фокусировка просто, я бы сказал, мгновенно идет. Также, вот смотрите, переключение режимов. Это у нас фото, можно выставить видео. Также нажимаем на кнопку меню, выскакивает меню, можем настроить различные настройки, допустим, качество видео. Качество видео он у нас может снимать 4К 25 кадров, Full HD 50 кадров, Full HD также 25 и HD 50 кадров. Я выбрал 4К, так как меня самого интересует качество его съемки за такие деньги в разрешении 4К. Также мы можем переключиться на фоторежим. Тут такие же у нас будут настройки, в принципе, одно и то же. Можно настроить режим съемки серийный, допустим, качество съемки. Это у нас RAW режим для более качественной постобработки фото. Но, в принципе, фотоаппарат с первого взгляда довольно-таки хороший. Также в дальнейшем будет на него полный обзор, качество съемки, качество фото. Также забыл сказать то, что здесь у нас встроенная вспышка есть, различные режимы работы. Вот мы их можем переключать, панорама, различные, вот ручной режим, да. Также у нас специальные для сценариев различных, авторежим, допустим, есть. Также хочу сказать то, что у этого фотоаппарата есть фирменное приложение, точнее у компании Canon есть фирменное приложение Canon Connect, через которое можно вывести фотографии совершенно без проблем уже на телефон и использовать их для социальных сетей. Это тоже очень удобно. Распаковки будет этого достаточно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Shooting Skier. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока.